Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Буквально несколько дней назад созрела наша горгонзола, мы ее разрезали, сняли видео дегустации. А сегодня хочу с вами поделиться, ну, я даже рецептом это назвать не могу. В одном из ресторанов Рима мы как-то заказали блюдо, называлось так, сыр с голубой плесенью, с пряными травами, оливковым маслом, что-то такое в переводе с итальянского было. Наверное, это способ подачи горгонзолы или... Ну, такое простое блюдо из горгонзолы. В общем, мне очень-очень понравилось сочетание, поэтому я просто хочу с вами поделиться. Если вы приготовите себе горгонзолу или купите любой другой сыр с голубой плесенью, попробуйте вот так вот. Для этого способа подачи нам понадобятся гренки из черного хлеба. Естественно, в Риме были не из украинского хлеба, там был такой черный хлеб с тмином, но у нас в магазине оказался только украинский хлеб. Также понадобится сушеный базилик, можно также использовать набор трав, который называется итальянские травы. Оливковое масло и непосредственно сама горгонзола. Сыр режем вот таким вот большим кусочком. Вообще, конечно, горгонзола у нас просто фантастическая получилась. Она такая классная. Корочку я срезаю. Теперь нарежем сыр кубиками. Вот таким вот образом. Отправляем горгонзолу в тарелочку. Посыпаем все это дело базиликом или итальянскими травами. Заливаем оливковым маслом и, друзья, наслаждаемся. Вот так вот нам его подали, тарелочку и греночки. Теперь, друзья, делаем из каждого кусочка сырочка вот такой вот бутербродик. Это настолько вкусно, я вам передать не могу. Такое сочетание черного хлеба, сушеного базилика и сыра с голубой плесенью, а он просто фантастическое. Мне это настолько нравится, что я захотел поделиться с вами этим способом сервировки. Действительно, сочетание очень классное. Будете готовить сыр с голубой плесенью, либо будете покупать, обязательно попробуйте вот так. Поверьте, вам понравится. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а мы готовим для вас новые интересные рецепты. Всего доброго, пока!